Тепер я чую, що десь там двигуни прогріваються. Давайте зробимо так. Ні, сильніше, я не чую, що слабо. Голосніше. Ага, добре. А тепер хлоп. О, о, я чую. Ну що ж, на, я починаю від 10. І коли буде 0, всі дружно хлопнемо, так? Значить, ми сидимо. Ну, готові? 10. Давайте. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полетів! Молодці! Тимова. Тимова. Так, Тимова. Ніс. Тимова. Стань. Ніс. Молодці. Тимова. Тимова. Стеля. Ні-ні-ні. Всі, хто показав Стеля, сідаєте. Стеля не показав на ніс. Ще раз. Так. Ніс. Стеля. Тимова. Ніс. 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 Тимова. Всі, хто показав, сідає. Рождество, а ще не вибрати собі подарок. У тебе буде лучший подарок, маленька Адалаїда. Ти точно до города. Самого прохатого господина. Ну, в общем, да. Рождество осталось только два дня. Спасибо, Бригетта. Рождественские вести всегда добрые вести. Спасибо, господин мэр. Дух Рождества повлиял на вас? Да, дух Рождества стало быть повлиял и на меня. Пойдем, папа! Добрый вечер, Карл. Можно тебе помочь? О, конечно, Бригетта. Наш городок? Милый. Все украшают свои дома. Все, кроме... Да, бедный одинокий Ханс. И вот так... Добрый вечер, Ханс. Наступает Рождество, или ты не заметил? Чем скорее оно наступит, тем скорее с ним будет покончено. О, Ханс, я не понимаю, почему ты так ненавидишь Рождество? А я не понимаю, почему ты так любишь Рождество, поэтому мы квиты. Ну, мне нравится в нем все. Зажженные свечи, праздничный стол, церковная служба и во всем городе радостное настроение. А еще я люблю покупать своей семье подарки. В этом году я куплю жене теплое зимнее пальто, а у дочери список подарков длиной в миль. А у меня семьи нет. Тебе что, делать нечего? Как лет у моего очага? А вот рубить нечего. Это была не грубость. Ладно, ухожу. Рождество – это праздник, я вопрошаю. И я в этом году не участвую. Кто там еще? Разве не видишь, я занят. У меня нет времени читать твои газеты. Кондитерские такие замечательные пирожные. Сходил, купил, гостей на Рождество в гости. Прекрасно. Ты знаешь, что гостей у меня не бывает. Ни сейчас, ни тем более на Рождество. Ах, Ханс, каждый год я жду, что если что-нибудь изменится, и у тебя будет веселое Рождество. Разве так встречают мэра за поздней? Извините, господин мэр, я принял вас за столу. Ну ладно, мы тут по более важному делу. Чем он будет служить, господин мэр? Я ищу самый лучший подарок для твоей крошки Аделаиды. Сомневаюсь, он найдет его здесь, папа.
Тем не менее, мы должны использовать все возможности. Покажи-ка нам свой товар, Сапоги. Сожалею, давно не шел новый обувь. Я в основном ремонтирую старые ботинки для жителей города. Пойдем, папа, уже столько времени теряем. Вот еще и покупатели потерял. Нужно было соглашаться шить башмачки с той красной кожи, которую я привез. Но теперь уже поздно. Мэр найдет подарок в другом месте. Мэр, он вернулся. Господин мэр, я так рад. Добрый вечер, Ханс. А это ты, Грета? Да, сегодня я. Но сегодня у меня такие дела. Это что такое? Представляешь, Ханс? Кто-то выбросил. Вот эти замечательные башмаки. За этим башмаком я сама помою. Я так надеялась, что ты сотворишь с ней чудо. Их нужно ушить и починить для моей дочери Эльзы. Это будет ей подарок Рождеству. Да чтобы ей починить поесть, не нужно чудо. Но я могу заплатить. Заплатить? Что ты можешь, Грета? Это лучший хворост, который у меня есть. Я переговорю его для нас, Эльза. Мы килограммом берем. Знаешь ли, хворостом цепь не будет. Может, хворост – это и небольшая плата за твою работу, но это все, что у меня есть. А если так нужны башмаки, это же не подарок. Я надеялась, что ты проникся духом Рождества. Духом Рождества? Ты имеешь в виду духом алчности? Как все беспокоятся о подарках? Вот мне никто никогда не дарил подарок. А Рождество и подарок. О, Ханс, я удивляюсь тебе. Рождество – это нечто большее, чем подарки. Что-то не похоже. Подарки на Рождество – это праздничный символ великого дара Божьего. Да, но... Но, Ханс, Бог даровал нам своего Сына, Иисуса Христа, родившегося в Вифлееме, чтобы стать спасителем мира. Разве это не праздник? Но... Ну что ж... Алмас! Добби! Чего ты хочешь? Не бойся, ибо я несу добрую весть! Не может этого быть! Ты настоящий! Ханс, радуйся Рождеству в этом году! Это наверняка страшный сон! Ибо в это Рождество ты получишь подарок! Какой глупец сделает мне подарок! Ненавижу подарки! Этот подарок, как уже всех подарков на свете, это дар от Бога. Где в нашем городе продаются самые лучшие подарки? Я должен купить кое для кого ж. Нечто особенное. Зайди-ка в лавку, через дорогу. Спасибо, Бригетта, отличная мысль. Добрый день, Ханс. Рад, что ты зашел. На чем могу быть полезен? Мне нужно лучший подарок в твоем магазине. Как тебе нравится эта картина? Редкая вещь. Она красива, но нет. Мне нужно самое лучшее. Эта скульптура великолепна, как настоящая. Нет. Я уже где-то видел. Нет ли у тебя чего другого, прекрасного, захватывающего и особенного? У меня есть то, что тебе нужно. Взгляни. Это же обычный ящик. Ты действительно так думаешь? Потрясающе. Папа, посмотри! Мэр, а ты выиграл, я так рад. Густо! Что это? Это его подарок. Это что? Постойте, но ведь я хочу его купить. Густо, возьми все мои деньги. Сколько бы там ни было, заплачу больше. Но... Прости, Ханс. О, папа! Ты не понимаешь, Густав, мне нужно самое лучшее.
Позвольте вам помочь. Грета, ты любишь рождественские подарки? Да, не кидаю от души. Какой подарок ты дала бы тому, кто тебе дорог? Это смотри, Богу, Хан. Ну, вообще это Бог. Что бы ты дала Богу? Дружка, чтобы не каждый книг. Твои грехи за его прощение. Твои славы за его силу. Твои печали за его радость. Ну, вообще-то я не совсем это имел в виду. Подумай, Хан. Почувствуй, это сердце. Оно подскажет мне. Понял. Спасибо, Грета. Эльза. Между прочим, с Рождеством. Лучшая, я сделаю из нее нечто. Эти гвоздики все сделаны моим отцом. А эти мальчики были мои первые рождественские. Мне было так радостно. Я делаю подарок рождественский. Мне было сказано в этом году, что я получу подарок особенный. Я тоже должен сделать что-то особенное. Чем могу служить сочельник? Господин Брэнд, а ты хитрец! Ишь ты, сочельник! А ведь знал, что в городе не найти лучший подарок. Не понимаю, господин Брэнд. Ты специально, наверное, ждал до самого сочельника, чтобы повысить цену. Итак, сколько ты за них просишь? Они не продаются, это подарок. Конечно, подарок. Для моей крошки, Аделаиды. Итак, называй свою цену. Нет, они не продаются ни за какие деньги. Мне нужны эти башмачки. Мы еще с тобой поговорим. Я не мог отдать эти башмачки. Это мой подарок Богу. Добрый вечер, Ханс. Я принес тебе рождественский подарок. Марки, как мило. С Рождеством. Фридрих, ты, наверное, замерз. Проходи по кресле моего очага. Ты знаешь, я с тобой был недавно круг. Честное слово, не хотел. Ну и ну, Ханс, ты прям почувствовал дух Рождества. Честно говоря, я какой-то штук. Я принесла тебе подарок. Рождественская газета. Завтра тебе не нужно будет идти за ней в такой холод. Как мило! Спасибо! О, а я думаю, чем так вкусно пахнет? Это рождественский стол. Я сам его приготовлю. Хотите, присоединяйтесь. Будьте моими гостями. Иди к нам, Хас. Приду попозже. Я жду гостя. Не уходите, вы удивитесь. Это он. Ханс, Рождество у тебя. Я принес тебе подарок. Один из моих рождественских календарей. Господин мэр, не нужно было. Сегодня я скажу просто... Не объясняй, Ханс. Я знаю, маленькая Аделаида очень избалована. Но она моя единственная дочь. Не присоединитесь ли там? От угощения никогда не отказывался. А ты что-нибудь, кстати, знаешь? Спасибо за вкусный ужин, Ханс. Давно не ел ничего подобного. Да, все правда было. Очень вкусно. Все было отменно, все больно. Простите, мне нужно бежать, потому что я не подожду. Я рад, что вы пришли. Своего подарка я не увидел. Ханс,
Позволь мне все объяснить. Дарить подарок на Рождество – это и правда хорошая вещь. Но истинный смысл Рождества – это Сын Божий, родившийся в Вифлееме. Ибо родился вам ныне Спаситель, который есть Христос Господь. Да, да, Спаситель, который есть Христос Господь. Я понял, это и есть настоящий подарок. О, Эльза, детка! Вот что. Рождественский подарок. Нет? Это самое малое, что я мог сделать. Я получил такой подарок от Бога. С Рождеством, Ханс! Спасибо, с Рождеством! Ну, папа! В этом заключается Рождество. Люди отдаривают в этот вечер друг друга, потому что Бог одарил их. Ибо родился он ныне Спаситель в городе Давидовом, который есть Христос Господь. Мама, что? Иди на маму. Мама, я подарю. Нет, ты не подаришь. Вот сейчас нам подарили подарки, которые... А где вы были? Ну-ка, расскажи. В церкви, там было классно, мы разные там игры играли. Яйки были на представлении. Снежная королева. Вы сначала были на спектакле «Снежная королева», а потом куда поехали? В церковь. На спектакль. И про что там было, София? Там было про то, что надо быть добрым, да. Нужно давать подарок. Сюжет какой был, да. Рувим? Какой самый главный подарок на Рождество? Это Иисус Христос. А сапожник что бедной девочке подарил? Сапоги такие крутые. Давайте откроем подарочек. Опа, мы начинаем открывать что подарки. Подарки здесь. Наш СИК. Одна шоколадка, вторая шоколадка, конфетка. Ой, слава Богу, вот какой еще чудесный подарок. Вот такой подарок. Ну, я думаю, что всем да, по одному то один что-то делить. Да? Пусть он сам открывает и кушает. Держите каждый. Сейчас я открою вам. Какой чудесный подарок. Открывай, Вавинерчик. Спасибо, папа. Он всех одинаковый. Нет, ух ты, кушай, мой хороший. Тут 10. Или одинаковый. Нет, у всех одинаковый. Я? Вот.